Так, всем ассалам алейкум, ребята. Сегодня я вам покажу топ обвесы на М416 для ТДМ, потому что чуть-чуть правила изменились у нас в ТДМ. Так что это вторая часть по топ обвесам. Так, прицел мы здесь не трогаем. Короче, ставим вертикальную рукоятку, а вот здесь ставим компенсатор. Ну что, ребята, поехали показывать настоящий ТДМ. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep.